Какие могут быть рецепты счастья? Это когда есть взаимопонимание в семье, это когда у тебя есть здоровье, когда у тебя есть работа, когда твои дети счастливы и мирное небо над головой. Доброго вам вечера, дедушка. Что для вас счастье? Счастье – это жизнь. Внуки, правнуки росли, быть здоровыми. А что для вас счастье? Счастье. Вы в своем доме, когда вы жили, просыпаетесь утром, слышите, как мать на кухне посуды гремит, что-то готовит. Уют. Ну, это вроде бы счастье есть. Дети чувствовали, что кто-то рядом есть, кто о них заботится. Здравствуйте. Что для вас счастье? Меня зовут Маргарита. Мне 34 года. Города Солобовска. Мое счастье заключается в том, что я работаю. У меня есть работа. Я очень довольна ей. Ну и все, в принципе.